Всем доброго времени суток. У нас 5 час утра, 4:20. Такой у нас вид из окна. Город еще только просыпается. Город маленький, поэтому нет такого ночного движения. Остаться немножко. Такой вид. В общем, мы собрались в путешествие небольшое. Нам нужно съездить в Нижний Новгород. Мы нашли в интернете, что там тоже есть магазин Леруа Мерлен. В этом магазине мы покупали плитку для нашей ванной. В Кострому ездили. И нам не хватило коробки на откос. Мы неправильно посчитали. В общем, поедем мы туда эту плитку искать. И плюс еще по работе заедем. Там есть фирма Гамма, называется, филиал от этой фирмы. Там я всякую мелочевку для магазинчика покупаю. Мы с собой берем Егора. Для того, чтобы Миша отвел только Снежку и Васю. Пойду Егора поднимать. Егор, где ты меня тут? Смотри, не видно. Знаешь, куда едешь? Да. Куда ты едешь? В Москву. Москву, вот так. Кто куда? А мы в Москву. Слышал? Да. Егор у нас в Москву собрался. Ага. Егор, мы в Нижний Новгород едем. Ты пристегнулся? Ну, давай. Чего? Отлучайся. Чего? А тут будут над тобой смеяться, как над нами. Все. Ивановские все. Окают и чавокают. Провинциального города от столичных, от крупных городов, от столицы. Все уже в пути на работу, а у нас еще все спят. Ну, не все, конечно. Кто-то, может, уже и работает, у кого есть смена. Но основная масса людей. Поверните направо. Да, смотри, последние сны. Да, гайцы уже сейчас установили документы. Продолжайте. Страдальный мост Никольский. Сделали в него ремонт. Говорят, что некачественный. Депутаты добиваются там. Что, Сереж, там написали? Пересмотры или? А, проверки добиваются. А до этого в него какой-то пароходик врезался. Не убрался. Покажу наши дороги. Сейчас такая яма была, Егор проснулся. В общем, мы подскочили всем корпусом машины. Называется дорога резко. Улучшилось или ухудшилось, я даже не знаю, что сказать. Закончилось. Видно, не закончилось. Чуть-чуть асфальта есть. Вот это вот хороший выход. Вот сейчас мы едем. И вот бац, такая пошла. Не ударился? Он тоже пристегнутый. Он там задремал у нас сзади. Вдруг мы тут подскакиваем. Слезы катятся копелью. И запушит вас.
кажется, дорога кончилась. Не знаю, плохо видно, конечно. Сами себя победили. Мы в Нижнем. Такая красота, панорама. Очень красиво. Егор. Смотри. Не знаю, что видно. Мне все засвечивает солнышко. Не видно ничего с телефона. Егор довольный. Вышли ножки размять, да? Да. Очень красивый город. Мама, мы сейчас на меня посмотри. Все, мы сейчас поедем уже в Леруа Мерлен за плиткой. Так, сначала найдем этот магазин. Че сгрустнул, Егор? А Егор? Егор Сергеевич. Все. Выходим. Егор. Егор сейчас меня напряг немножко. Выходим, выбираем. И взяли пазлы. Объемные пазлы 3D. Там такой какой-то сказочный домик, что-то собирать. Вот. Мы взяли в корзинку. Все, пошли. Минуты через две оборачиваюсь, ничего не понимаю. Стоит, слезы у него крадом текут. Что случилось? Говорю, Сереж, ты ему ничего не говорил? Нет, иди ничего садись. Не говорил. Мучачо. Иди садись в машину. Мучачо. В общем, полчаса мы его пытали. Что случилось? Ничего он нам не сказал. И только через полчаса, вот сейчас вышел, говорит, ты меня не любишь, да? Ты девочкам-то вот все покупаешь, а мне нет. Он подумал, что я девочкам купила, а не Егорке. Да, Егор? Ты подумал, что я девочкам купила? Наборы с вышивками мы набирали. Это я в магазин, Егор, все набираю, а не девочкам. Он думал, что вот это все, что мы набрали, это все мы взяли девочкам. И он тихо, мирно плакал. Вот. Ну и, конечно, сейчас немножко опять нам устроил истерику небольшую такую. Чуть-чуть постучался головой, да? Люди там на него посмотрели. Все, плохо видно. Приехали. Мы все еще в Нижнем. Приехали в Леруа. Плитку искать. Плитку мы покупали в Костроме. Обсчитались, неправильно посчитали. Нам не хватило на откусы. Мы плитку пришли покупать. Да, да. Стой, Егор, иди сюда на пешеходный переход. Наконец-то мы до стола доехали. Я вам сейчас делать? Нет, попозже, пожалуйста. Когда ага. Кафешка. А мне сказать, сколько? А, Егору не надо, мне тоже не надо. Только это... 3. Сейчас придет, спросим, сколько вам хлеба-то. Садись, это. Такая. Люстра. Давайте я вам 4 кг. Какая красивая. Снимай. Егорка, там телевизор увидел, что ли? Телевизор, да. В общем, мы ближе к дому. Егорка залип, да, на этот, на телевизор. Здесь... А, здесь люстра интересная. Она... Как разбитые черепки висит. Ага. Тут птичка висит. Вот. С чесноком. Оберег от вампиров, наверное. Наверное.
Вот такая кафешечка. Мама, смотри. Угу. Спасибо. Было вкусно. Егор, хорошо. Вкусно тебе было? Да. До свидания. У тебя любит блинчики взять. Мама, ты балует. Он любит блинчики так, у нас, да. Вот так здесь красиво. В общем, недорого, вкусно. Спасибо вам. Такое кафе. В общем, на троих мы тут покушали. Сколько, Сереж, мы заплатили? Сколько заплатили? В общем, 700 рублей на троих. Все свеженькое, все вкусное. Ну, как название не видно. Кафе, гостиница, магазин. А сейчас будет антиреклама на нашем канале. Вот здесь на повороте, поворот на Иваново. И вот здесь тоже кафе. Мы тут пару раз, наверное, были, да? Кафе, мотель. Не знаю, что тут еще предоставляет, какие услуги. Вот. Такая вот кафе. Мама Лена называется. Готовит отвратительно. Туалет — это не туалет, а нужник на улице. Ребенка туда, не дай бог, сводить вообще нельзя. В общем, никому не советую. Ну, включи свет. Ой, выключила. Приехали домой. Миша вас кормил ужином? Нет. Вы еще не готовили, что ли? Нет. Ну, еще немного. Я попрошу. У нас ревность. Егора мы возили. В Нижний Новгород, а Васю не взяли. Вась. А ты знаешь там, что Егор сделал? Мы же набирали там наборы, вышивки разные. Много вышивок взяли. Он ходил, ходил, и смотрю, у него слезы потекли. Он стоит и рыдает. Я ему: Егор, что случилось? Молчит. Егор, что случилось? Молчит. И только потом уже на улице говорит: ты девочек любишь, ты им вот сколько всего напокупала, а мне ничего не купила. Он подумал, что я все вот эти наборы и все вам купила, представляешь? Вась, представляешь? А? Вот так. Эх ты, ревнивец ты мой, сладкий. Вечер. Укладываемся спать. По мере возможности. Давай для твоего зайчика посмотрим. У Леры готовый зай. А его плохо видно на этом, на клеенке. Нужно клеенку убрать. Это у нас там Егор за кадром кричит. Ну, уже кто знает, они не удивляются. Такой вот у нас ребенок. В общем, ушки коротковаты, мне кажется, у этого зайчика. Вот там так. Он похож на лисенка. Ну, на зайчик все равно похож, да, Лер? Угу. Тем более, это первая твоя такая большая игрушка, да? Китенок был поменьше. Зайчиком поиграть. Это ты у Леры спрашивай. Так, Снежан, давай, мы уже целовались. Ложись в кроватку. Мам. Вась, давай тоже ложись. Мам, хочу такую сказку почитать. Вась, уже поздно. Завтра в школу. Давай, ложись. Васюша, ложись. Иди, Снежок, давай тоже укладывайся. Не будешь окутываться? Не хочу. Жарко? Ложись поверх одеяла. Снежан не любит жару. Хочу подвести итоги сегодняшнего дня. Это, как называют, болтология. Мы сегодня ездили в Нижний Новгород. Потратили на это целый день. Младших у нас трое. Василису и Снежку Миша отводил утром в сад. И буквально перед нами их забрал. И мы потом уже приехали. Вот. А Егора нам пришлось взять с собой. Потому что, во-первых, и сад далеко от дома. Потому что Егор ходит в другой сад. И если бы он еще с девочками остался здесь... Буквально вот на эти несколько часов, пока нас нет дома, была бы война.
Какие потери сегодняшнего дня? Лер, какие потери? У нас Василиса сегодня вся в расстройствах, да? У нее проснулась ревность, которую она тщательно прятала в себе. Но сегодня она проснулась с особой силой. Вася даже плакала. Потому что Егора взяли, а их не взяли. Вася до сих пор плачет. Дальше, следующая потеря какая у нас? Ну, Снежок, конечно, не плачет. Но она скучала, и ей тоже обидно, что ее не взяли. Ну, Снежана у нас боец, и характер покрепче. Да, Снежок? Да. Мы со Снежей пожалелись, и она баечки ложится. С Егором что у нас сегодня? С Егором было все хорошо, пока он был один с нами. Как только он приехал сюда и влился в коллектив, семейный снова, его как подменили. Он опять начал всех обзывать, грубить. В общем, он хорошо себя ведет, когда он один. Или с мамой, или с папой, или и с мамой, и с папой вместе. Он ведет себя идеально. Это идеальный ребенок для семьи, чтобы он был один. Но ему досталась многодетная семья, тем более Снежана – это его сестра. Их не делили. Они к нам вместе попали. Ну, не попали, мы их взяли к себе. Вот. Никак бы их не разделили, конечно. Но это вот мои такие выводы. То, что с одной стороны хорошо, что нас много, а с другой стороны этот ребенок хочет быть одним. Чтобы у него были мама и папа, и он бы ни с кем их не делил. В других случаях он истерит. И не знаю, как слово подобрать. Провоцирует. Он провоцирует всех для того, чтобы его подвести к этой истерике. Если он сам не может с ровного места истерику начать, то он начинает провоцировать всех подряд. Мишу, Леру, девочек, меня, мужа. Он, в общем, всех провоцирует.